Чё? Добрый вечер! А что такое вообще, а? Чё? А что происходит? Похищение происходит, украли тебя! Да! В смысле? Вы чё, ребят? Вы знаете, кто я такой? Вы что, с ума посходили? Меня искать будут? Вы чё, ребята? Искать? Ну-ка, отойди. Смотри. Сегодня был похищен известный банкир Семен Петрович, владелец фирмы микрозаймов «Бабосик да свидосик». По многочисленным просьбам поиски не начинаются. Объявлена премия в 1 000 000 рублей за сокрытие сведений о его местонахождении. Понял, а? Блин, люди, волки позорные, делаем доброе дело. И что, теперь вы меня что, убьете, что ли? Убьем, убьем. А может, нет. Да убьем точно. А может, нет. А я понял, понял, понял. Вы это, да? Хороший и плохой полицейский, да? Как в кино, да? Серега, чё? Откуда он знает, что мы из полиции? Какая разница, кто им сказал? Чтоб ты понимала, в принципе, мы оба плохих полицейских. Мы людей воруем. Значит так, пассажир, ты нам должен 1 000 000 000. Миллиард? Ага. Хорошо, миллиард, миллиард, чё. А потерпите месячишко, а? Ну, месяц хотя бы, ну. Ну, потерпим. Отлично, отлично, отлично. Тогда вообще все, все сходится. Смотрите, у меня сейчас с собой сколько? Значит так, 20 тысяч я даю. Поедем сейчас ко мне в офис, оформим как кредит. Через месяц как раз набежит процентов на миллиард. Я вам их прощаю, окей? Понял? Понял, понял. Люди серьезные, давайте другой вариант какой-нибудь разработаем. Давай в контору свою звони, что ты тупишь? Да куда в контору? Там уже менты давно. Хорошие. Плохие здесь. Что делать? Что делать? Жене звони. Жене, хорошо. Сейчас, Жене, вы мужики, ну, конечно. Давай, ну, давай, не тупи. Ну, вы поймите правильно. Меня такой, сутки дома не было. Я такой, звоню жене, говорю, бабки надо, миллиард. Ну, что, давай какую-нибудь адекватную цифру. Ну, 1 900 000 хотя бы. А? Пойдет. Давай, все. Алло, привет. Я потом объясню все. Это, деньги нужны. В кладовку зайди, да? Сундук, ты видишь? Открывай. Да не визжи, это просто заяц, господи, что ты? Заяц, лови его, да лови ты, вот, вот, отрывай башку ему, да. Да не визжи, это утка просто. Ну лови, ну швабра ее, господи, да. Прямо рукой, да, доставай. Это, да, это яйцо, Фаберже. Неси его в ломбард, да, быстрее. Ну давай быстрее. Что происходит? Ну-ка дай сюда. Так он никому не звонил даже. Время тянет. Ты что, охренел, что ли? Ты издеваешься? Ничего. Я тебя грохну сейчас. Да я думал, пошутить там, разрядить обстановку. Я сейчас разрежу обстановку. Понял, понял, понял. Жене набираю, все. Я просто думал, пошутить это. Ну, всем охамел. Вот, видишь. Давай звони. Алло, привет. Слушай, я потом объясню все. Деньги нужны в кладовку. Кладовку зайди. Да, сейф. Видишь? Открой сейф. Пароль. Набирай пароль. Какой пароль? Слушайте, может, не надо жену впутывать, а? Надо! Понял. Впутывай давай! Все понял. Пароль Наташенька. Свет, не кричи, ну что ты, я тебе все объясню, Свет. Все, успокойся, я тебе говорю, Свет. Ну, Свет, а ну... Трубку бросил. Че трубку? Она ж не тебя бросила. Давай, набирай заново. Бесполезно, сейчас со мной разговаривать не будет месяц, что первый раз, что ли. Ну еще думай. Все, 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 мужики, думаю, думаю. Есть еще где деньги взять. Ну там где-то 1 700 примерно. Давай, 700 пойдет. Алло, Наташенька, привет. Это самое. Нет, сегодня не приеду. Завтра? Ну вот насчет завтра как раз сейчас договариваемся. Я приеду или не приеду. Слушай, это самое... Зайди в спальню. Да не надо раздеваться, просто зайди в спальню, спокойно. Видишь, розовый слон, да, который я тебе дарил на день рождения. Руку в него засунь. Да не играй ты никакая, просто не надо раздеваться. Засунь руку в него, да. Доставай, шкатулка это, да, доставай. Вот, открой. Вот возьми эти 700 тысяч. Да не визжи ты не дослушала, привези мне их. Да я тоже тебя люблю, да не визжи ты. Ты трубку бросил. Звони еще раз, что ты тупишь? Конечно, конечно. Занято. Ё-моё. Она сейчас пока всем своим подружкам не расскажет, как ей со мной повезло. Она, это месяца на полтора разговоров. Это я сразу в контору говорил. Звони в контору, сказал. Ну-ка, звони в контору. Да бесполезно в контору, там автоответчик постоянно работает. Давай, звони сам. Я его нахрен слушаю. Сам позвоню реально. Вот они, бабосики. Вас приветствует компания «Бабосики да свидосики». Нажмите 1. Один вон.
Вам одобрен кредит в 100 тысяч рублей. Мне не нужен кредит, а вы что, обалдели, что ли? Меня это... Набирай, набирай еще раз. Вас приветствует компания «Бабосики да свидосики». А... Если вы хотите отказаться от кредита в 100 тысяч рублей, нажмите 2. 2. Вам одобрен кредит в 200 тысяч рублей. Алло, мне... Что за порядки-то у вас? Охренели... СМС? Ваша общая задолженность составляет 300 тысяч. Это что, такие проценты у вас, что ли? Что, ребят, вы хотели? Вы уже 2,5 минуты взяли кредит. Деньги не отдаете. Ну вы что? Ну как-то... У нас так не работает. Подожди. Не может такого быть. Не может быть, чтобы удары в дверь не зазвучали. Кто там? Открывайте, это коллекторы. Какие коллекторы? Ребят, ну а что вы? Вы кредит взяли уже сколько? Уже 51 секунда уже ничего не вернули. Мы так не работаем. Серега, посмотри, что там. А там никого нет, только надпись. Здесь живут крысы, мочи крыс. Нахрен, давай их сами дверь заварили! Это что такое сверху? Вода, что ли? Конечно, вода! Топят нас! Свет отключили, вырубили свет! Не хочу этого кредит, который выбрал. Семен Петрович, пощадите. Что нам делать-то? Я сейчас вам объясню, что делать. Вот так вот в конторе «Бабосики да свидосики» появилось два новых принципиально беспринципных коллектора.